Доброе утречко, лапоньки мои. Ну что, у нас опять минус 25. И потепление будет, ну, только послезавтра. Что, зайчик? Сейчас я приду, мой хороший. Все проснулись. Сегодня воскресенье, никуда идти не надо. Ну, было бы потеплее на улице. Можно было бы куда-нибудь съездить с маленьким. Холодно же. Как-то не очень. Таскать-то его, он ходит медленно. Я, правда, сама-то хожу медленно. Вчера родители звонили. Все у них хорошо в Питере. Дела делают. Вот. Так, это видео дальше пойдет. Я снимала вчера. После ленты, как из ленты пришла. Вот, ну, как-то так оно получилось незаконченное. Ни начало, ни конца. Поэтому я его сегодня вам покажу. Вот. Ну что, мои золотые, надо идти завтракать, включать новый день. Давайте, пусть у вас все будет хорошо. Я вам этого желаю очень сильно. Давайте, зайки, начинаем новый день. Народу, как всегда. Ну вот, купила Косте вот такое полотенце. Царь. Просто царь. Так, купила Вите вот такой чай. Зеленый молочный улун. Я думаю, что они такой не пробовали. Так. А что еще? Так, ну, это вот такой чай зеленый. Так, и цветы. Гран-туризма лилия. А я решила их, девчонки, посадить. Вот этот вот мапира. Очень мне понравился. Я люблю такой темный цвет. И Жозефина. Я их покажу, посажу рядышком, наверное. Три штучки. Посмотрим, как они будут смотреться. Вот. И еще вот грибы опенок. Попробую. Просто попробовать. Так, вот такой вот калеус визард коралловый. Кобея лазающая. Я вообще такой не знаю, не видел. Ну, из меня цветовод-то такой. Дельфиниум. И калеус еще вот такой. Ну, я думаю, что на этом не закончится покупка семян. Вот только я думаю, я приеду в начале марта. Не поздно будет рассаду-то делать? Да, наверное, нет. Чё? Какая сейчас погода, еще неизвестно. Какая весна будет, правда? Вот так. Ну, не знаю, будете меня ругать или нет. Но все-таки ниток. Эти вообще, видите, один цвет, сколько их. Вот набрала. Даже вот связанные есть такие штучки. И спицы круговые есть. И вон какие. Смотрите, какой прям жгутик. Веревочка. Веревочка, что ли, такая. Жалко. Помойку. Это же деньги, это всегда им можно найти применение. Ну, там уже видно было больше. Там народ порылся. Так что только-только сходила на почту, только отнесла посылку, а тут опять. Ну, у меня обычно получается по 3 посылки я отправляю, поэтому тут уж по-другому не бывает.
Ну вот скоро и день закончится. А сейчас хочу вам показать фотографии, мне Витя прислал из Черноморского. Это, знаете, это ответ тем, которые пишут. Девчонки, вот пишут: сволочь, бросаешь кота неизвестно где одного зимой. Понимаете? И не только сволочь. Причем пишут это не в комментариях, а в WhatsApp, Viber. И мразь, и, ну, в общем, всякое. Я до сих пор вижу во сне Кобу, рыжего моего кота, который погиб под машиной. Но это, ну что делать, у меня трасса проходит за калиткой, а он все время мотался в Калиновку вот эту, через степь, деревню. Видимо, у него там то ли подруга была, хотя он кастрированный. И вот эти фотографии-то я выкладываю только для этого, чтобы показать. Бросила, выкинула. Это вы, те слова, а не я. Маське очень хорошо. Там и мама его, и сфинкс у них, кошечка, и котятки ее. Вот сами посмотрите. И Витя с Олей, они такие добрые, они так любят животных. У них еще и во дворе всякие приблудные живут. Ну, во дворе, не на улице, понятно, но что за люди, а вот просыпаешься с хорошим настроением. Нет, зайдешь что-нибудь посмотреть, что пишут люди, что там, и вот, ну, так в душу нагадят. Ой. Ни за что, ни про что, вот что главное это. Я вот прям представляю, сидит она такая за компом, написала вот эту гадость и, довольная, пошла завтракать. Не подавись! Развлекуха у нас. Придумали домик, спрятались туда. Алло, вы где? Банда! Банда! Банда-команда! Я напугал! Ты на кого ты напугал? Я открыл крышу. Крышу открыл? Да? Звезда Ютуба. Ой, тетеньки там, тетеньки пишут. Какой, какой, такой еще, да. Давай памперс-то снимем, спал в памперсе. Да, давай снимем. Еврейский погром, третья серия, все рушится. Что такое? Чего? Вот так вот весело и задорно. А сам-то залезешь туда, маленький домик-то сделал. Этот довольный. Тихо ты, Гриш. Подушек маловато, да? Как хорошо, когда есть, да, брат старший. О. Вытяжка работает, шум. Бабушка готовит. Ну что, разгромили все. Уже раздвинули диван. Уже тут все что-то валяется. О, коты, слоны. Будем против котов слушать. И слонов.
Памперс снять надо, а тебе некогда, глянь. Весь в делах. Ой, потом все это разбирать. Безобразие. У нас мальчик первый раз кушает йогурт. Почему-то они не любят с Гришей йогурты. Ну, не любят, видимо, потому что не кормили йогуртами. А тут обалденный йогурт коломенский в керамической посуде с вареньем. Ой, я бы сама съела, но мне нельзя такое сладкое. Ну как, понравилось тебе? Понравилось. Вот. Я говорю, как мороженое, только не замороженное. Ну, вкуснотища, правда? Ой, бабушка бы сейчас сама все съела. Прелесть какая. Ну. Ну. Первый раз отказывался, ни в какую не хотел. А гляньте, он как пошло-то. Молодец мой, молодец. В жизни все надо попробовать. Нравится, не нравится. А ты попробуй, и тебе понравится. Правда? Правда. Ну, ты мой умничка. Парень золотой. Давай, давай, доедай. Там маленький стаканчик-то. Давай. Опа! Вот так вот. Оно как пошло. Сейчас я мамочке отправлю в Питер, как ты йогурт кушаешь. Молодец. Я тобой горжусь. Молодец. Вот уже почти почистила кувшин серебряный. Это Косте подарили несколько лет назад. И забыла снять. Ну вот. Чищу я его. Ну, какая есть паста зубная, такое чищу. На тряпочку. И трёшь. Вещи, конечно, красивые, но требуют ухода. Вот. Сейчас почистим. А то не знаю, чем они тут чистят, что уже весь поцарапали. Так же нельзя. Вот сейчас буду плиту мыть, помою. Плита вся чумазая. Так что... Мы себе работу найдем, правда? Что, мой хороший? Ой, видите, какая тряпка становится. Сейчас, Саша, я доделаю. Подожди, мой хороший, сейчас. Так, ну вот сейчас помою. Так, ну вот, почистила. Прямо все, красота. Был страшный. Не сняла я. Какой он был страшный. Так, ну ладно, сейчас еще плиту помою. И вроде как на сегодня все.